Узбекистанцам предложили поучаствовать в управлении государством через интернет. В Узбекистане запущена онлайн-платформа «Джамоучилик» (ААЗ), где граждане могут публиковать свои предложения по совершенствованию законодательства, а также сообщать об актуальных событиях. Инициаторами проекта выступили общенациональное движение «Юксалиш» и Центр стратегии развития, сообщает ИА «Фергана». Платформа призвана расширить участие граждан и общественности в процессах реформирования в стране, вовлечь их в государственное и общественное управление, обеспечить открытость и прозрачность деятельности государственных органов, подотчетность и повысить их ответственность перед населением, говорится в сообщении пресс-службы движения «Юксалиш». Предпосылкой для создания онлайн-платформы стало обсуждение ситуации с незаконными сносами жилой и нежилой недвижимости в Узбекистане. После того, как в Юксалиш предложили пользователям направлять предложения и комментарии по данному вопросу, на электронную почту и в Telegram-бот движения поступили сотни обращений по решению в том числе и прочих проблем, препятствующих социально-экономическому развитию страны. Активность граждан привела к появлению отдельного сайта. Платформа работает бесплатно. Ее услугами могут воспользоваться все желающие. На момент публикации на сайте Джамоучилик ААЗ представлено 51 предложение и 5 сообщений. Причем одно из сообщений касается актуальной темы сноса коммерческой недвижимости. Пользователи из Куичерчикского района Ташкентской области жалуются на беспредел со стороны местного хакимията, администрации, который осуществил снос частного магазина без предоставления компенсации. А теперь требуют, чтобы владельцы застроили участок за свой счет, иначе землю выставят на аукцион. Общенациональное движение «Юксалиш», созданное в начале 2019 года, призвано объединить граждан страны, соотечественников, проживающих за рубежом, и негосударственные некоммерческие организации.